Медики Гродинщини огучили сумную статистику. За минулый год в области 14 детей загинули у вынику несчастных выпадков и травм. Специалисты уверены, большинство трагедий можно было позбегнуть, коли бы дорослые были больше уважливыми и своечасово звернулись до медиков за допомогой. Ганна Герасимович расскажет. Одни из самых частых травм у детей – термичные опеки из-за горячих страв, напоев и других вадкостей. Причина большинства здарений – неадбайность дорослых, которые покидают малых у потенциально небезопасном осяроде. Штогод у областной детской больницы проходит лечение около сотни пациентов с опеками. Прикладно пятая частка из них звертаются с глубокими ранами, которые потребуют экстренной допомоги и хирургичного вмешательства. Але есть выпадки, когда батьки и опекуны боятся отказности, замучивают факт травмирования дитяти и не звертаются до медиков, а спробуют лечить опеки самостойно. Бывают такие ситуации, когда дети, получившие ожоги более 20% тела, а это очень много, оставляются родителями без медицинской помощи. В этом году у нас, к сожалению, был такой случай, когда двое суток после того, как ребенок получил ожоговую травму, он находился дома, никаких перевязок, только лишь, ну, как говорили это потом родители, они чуть охладили ожоговую поверхность, не более того. На жаль, двухгадовую девчонку с Лиды медики не смогли выратовать. Термичные травмы оказались мощными, а час был страчены. Врачи нагадывают, при любых опеках необходимо вызволить рану от одения, остудить ее под струменем воды и, главное, вызвать худкую допомогу. Таких случаев не должно быть. Помните, что жизнь вашего ребенка – это самое ценное, что есть у вас. Не дай бог у вас произошла такая ситуация, не бойтесь. Сразу же обращайтесь за помощью к врачам. Ваше промедление, ваша боязнь и страх приведут к тому, что вы потеряете своего ребенка. И куда более серьезные последствия для вас уже будут в будущем. За минулый год у Гродинской области 14 детей загинули в вынику несчастных выпадков. Еще десятки отримали серьезные травмы. А кроме термичных и электричных опеков, у списе наиболее частых травм попадание иншородного тела у страуник те органы дыхания, пераломы и отручение. Специалисты уверены, переважной большинстве травм у детей можно позбегнуть. Для этого дорослые должны быть пильными, наладить безопасные умовы жизни и ни на хвилину не покидать малых детей без догляду, а старейших научить правилам безопасности у самых разных ситуациях.